Давай. Рязанские полицейские занимаются не только поиском преступников и правонарушителей, но и уничтожают различного вида оружия и боеприпасы. Регулярные мероприятия по добровольной сдаче оружия и рейды по его изъятию из незаконного оборота и хранения ежегодно завершаются плановым уничтожением смертоносного имущества. Светозвуковая граната «Пламя» используется в системах охранных, а также в спецоперациях, проводимых спецподразделениями. Взрыв данной гранаты производится с помощью подрывной машинки, которая подсоединяется с помощью проводной линии к проводкам, исходящим из данной гранаты. 522 единицы оружия были переплавлены, уничтожены 23,5 тысячи патронов. А на специальном полигоне взрывотехниками ОМОН были уничтожены 2 боевые гранаты и около 10 светошумовых гранат «Заря» и «Пламя».